Меня зовут Маша, я учусь на втором курсе организации работы с молодежью. Я, наверное, сначала, чтобы было понятнее людям услышать о моей истории, расскажу немножко о себе, что я, в принципе, человек, я знала, что я очень часто бывает зацикливаюсь на каких-то деталях, бывает вбиваю себе в голову не совсем нужные вещи. И так случилось в начале 2011 года. Началось все с того, что сообщили мне о смерти моего одноклассника. Я очень сильно переживала по этому поводу, начали лезть какие-то не совсем правильные мысли о смерти, о том, что никто не ожидает этого, но вот раз так получится, и потом не только тебе это уже будет все равно, в принципе, а что твоим близким от этого будет очень плохо. Я не могла спать где-то около месяца, и потом мне просто посоветовали сходить в церковь, действительно помогло, но дело не в этом. Дело в том, что я поняла, что люди очень часто загоняют себя в какие-то такие рамки, в какие-то ситуации, из которых потом вылезать очень-очень тяжело. На самом деле, что, наверное, каждый из нас, большинство из нас является, наверное, мазохистами в этом отношении. Поэтому сейчас я наблюдаю за собой, за своим отношением к каким-то деталям и пытаюсь себя обрубать сначала самого.